стали. Она прекрасно меня видит, она меня понимает. Так, вот сегодня было... еще после богослужения, занятий. Поить. Опять. Будем сразу лекарство. Раз сразу поймаем. Ну тогда давай разведем сперва лекарство. Погромче говори. Лекарство сейчас сразу разведем, чтобы за одним делом и напоить. Сейчас будете что-то делать-то? Да. Будем. Вот это у нас разведем уже. Там оставляй, которые поить-то. Ты не сказала, когда поит, ты сколько этих можешь в рот-то? Вот этих? Нет. Ну, на каче. Воды сколько разбавлять-то, чтобы вкачать-то? Сколько? А, ну 3 столовых ложки хватит. 3 столовых ложки? Да. Вот а сколько ей в рот раз вот этих шприцов давать? Ложки, получается так. Давайте в рот ей, ну, конечно, шприцов 5, наверное, сделать. Сколько? Штук 5? Штук 5. Ну, вот я и говорил Володе. Это маловато. Точно угадал. Да, этот маловат, а вот большой. Развести. И ты промовый. Ты давай мне тогда. Так, всем тебе помочь. Где у Игнатия Тихоновича ватной палочки? У меня с собой есть. Давай. Гентамицин. Вот сегодня еще один раз решили сделать. Где мы что уложили? У нас гентамицин где-то был разведен. Ага, вот он. Ну еще, что ты будешь палец сказать, палец сидит, ну глазки-то у тебя получше стали, залезла в гнездышко. Ну еще, ну-ка давай вытащим глазки, подожди, давай глазки прочистим. Вот так, чистенькие глазки. Ох, молодец. Вот так наша выглядит. Красавица. Может, от удара прыгнула где-нибудь. Она бегала с матерью-то, с рыжей, разгонится со всего разлету-то. Ну и ударилась, вижу, тут она об стол. Она очень шустрая. Что она понимает? Совсем же еще молоденькая. Все приготавливают. Смотри, чтобы в руки-то отлетел осколок-то в руки. Куда-то бросить эту стеколку-то. В лоханку. Володя, смотри, как делает-то. Ну, гляди, не отворачивайся. А мы ее сегодня не вколем. Ей все не надо. Воздух надо выгнать, значит, угу. Посвящать. Все. Это как шофер выйдет, колеса попинает, сел, поехал. Там воздух еще. Сейчас. Выгоним. Вот там Вася пошел. Чтобы не брызгало, делай вот так. Все. Зажги там свет. Все, готов. Раз. Вот. Так, этот укол. Предлагаю взять полотенце хорошее или тряпку и обмотать ее. И тогда легче будет ее ставить. Ну, вот эту вот как раз и бери вон под ней, которая лежит. Обмотай ее. Сейчас. А когда ты ее обмотаешь, да как тогда укол-то поставишь? Ну, чуть повыше. Да. Все. Сперва... Ну, давай делайте как, делай. Поправьтесь, вас трое, с одной маленьким скотенком. Не тигра же уссурийского. Вот так. Когда набирать? 2. 1 литр утром, 1 литр. Ну что, вот, я не знаю, как. Я же не умею эти уколы ставить. Ты говоришь, вот протнется как бы. Ага. Я там не поймешь ее. На вот ножка. Такой треугольничек. Мякушка. Вот косточка идет раз, косточка идет два. Вот здесь мякоть. Вот именно в эту мякоть и нужно ставить. Да это понятно. Я имею в виду на глубину, как ее рассчитаешь? А чуть-чуть. Почувствуешь. Проколол кожу. Значит, все. Ну это есть, нам двоим неудобно, я одному не удержу ее.
Да, все, все, убьем уже. Они просто плохо, плохо растворяются. Даже вот это первое растворилось вроде, а сама до сих пор не растворилась еще. Так, это в рот. А то, что не растворено. Не... А, ты в рот же это, да? Конечно, в рот, такая разница. Мы же ее не поубили. Ну все. Перепутал. Рукавички надевай. Че, кто будет обматывать ее? Разворачивай тут ее вдвое. Может как-то ее сразу положить, чтобы она могла лечь на эту. Да? Настя, руководи. В длину это зачем у нас? Как раз обматывать не будешь, вдвое, я говорю, сделай. Вот так. Клади. Так, сейчас посмотрим. Че? Коротковато. Придется раскрыть. Ну что, сможешь ее положить? Головой вот такую. Паленька. Сейчас она вопить начнет. Она меня уже узнала, она меня поняла. Она сейчас начнет рваться. Ты только не выпусти ее, держи. Паля, паля, моя паля, хорошая паля. Лапочки под нее, да? Лапочки под нее. Ноги только не поломать ей. Так, моя хорошая, руку убери. Задницу придержи маленечко. Ребятенка. Хуже. Хуже, да? Хуже. А, чтобы ты поить ее, Миша, вот так, да? Вот мы сейчас ей и ушко будем глядеть. Вот, все. Она лапки уже отсюда не достанет. Если нам нужен хвостик, лапка задняя, мы ее вот отсюда возьмем. Видишь? Угу. Твоя задача вот здесь вот складочку вот так организовать и вот этой частью придавливать на область локтя. Это лопаток. Угу. Вторая рука вот в тазовой косточке. На тазовой кости. Поехали. Где ватные палочки? Вот они у меня. Ой, смотри. От это отстричь бы надо. Всю-то не надо, наверное. А мы отстригли. Там уже третья часть. Паленька, потерпи, родная. Потерпи, моя хорошая. Господи, Бог с вами. Давай мы тебе еще раз ушко глянем вот это. Нет, ну не пахнет даже клещом. Он серый. Будешь ухи, уши-то ей? Конечно, конечно. Вот смотри. Посмотри. Тогда расцарапывать зачем? Гной. Гной чешется рано. А откуда гной? Из мозга, что ли? Откуда? Нет, отит. Воспаление внутреннего уха. Ну есть что-то, нет? Клеща нет. Клещ он серый. Вот. А ей не помешает, не повредит этот? Нет, 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 не повредит. Там только отверстие, видать, ой, больше ничего. Потерпи, моя хорошая. Все. Все, моя хорошая, все. Все, 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 все. Ох, нет, еще раз придется. Че, не пролилось? Да нет, посмотри, сколько всего. Много-много чего. Видишь, оно как сукровица бежит со всех сторон. Ну, не понял, а почему с ухом-то это связано? Стало. Напрямую. Ушки рядышком. Ну, ты знаешь, как ушко устроено? Да, я не знаю. Вот вся пена на ушко. Я осторожно, паленька, не бойся. Ушко, оно имеет небольшой проход туда, внутрь голову. И там мозг-то, конечно, близко. И если происходит сильное воспаление, почему клещ? Перепонки ей не перепортите только. Нет, а то она будет плохо слышать мышей. Она их почувствует. Я не глубоко. Это отдельный пенал какой-то, да? Угу. Нет, у меня просто ушко такое сладкое. А, сладкий? Да. Так, голову маленечко убери. Ох, маленькая моя. Еще на раз не вижу. Нету ничего. Вот, молодец. Все, все, все. Во, вот так вот наклоняй. Вот так вот, так вот, так вот, так. Молодец. Вы там затыкайте ваткой или чем-то. Вот молодец, все. Молодец. А то она стряхивает. А мы не успеваем поймать. Да? Скажи, я хитрее вас. Люди, вы думаете, меня взяли, связали, а я хитрее вас буду. О,
Нет, чисто. Она постоянно не достается до конца. Ну дальше я не полезу. Видеть не вижу, а без контроля. И вот тут хоть бы видишь? Что-то достали, хоть одного бы микроба. Наружная болячка или внутренняя? Она царапала постоянно. Просто обцарапанная, все понятно. Но внутри сукровица, видишь, какая есть. Значит, вот там такой будет. Вызов надо ветеринара, во что обходится? Не знаю, честное слово. Так. Ну, совсем не знаешь? Нет. Я давно уже по вызовам не работала, поэтому не знаю. У вас стационар, никто не вызывает? Ну, раньше-то я работала в клинике. Переверни ее, она мимо течет. Мимо. Ну, переверни головой так вверх. Смотришь? Рот-то. Ну, вот что тут? То есть так понятно, что мимо не протекло. Молодец, молодец. Она с удовольствием молодец. Будет пить. Молодец, молодец. Ну, еще больше поверните. Чтобы рот у нее был кверху, а не сбоку. Да нет, мимо не бежит. Глотаем. Залимся, но глотаем. Иди сюда, налей. Так, ты мне пока находит. Поверни второе ушко, чтобы я глянула. Вот она светлая. Да. Может, фонарик какой надо, нет? Нет. Я сейчас чуть-чуть. Так, ты на меня так ласково не смотри. Я прекрасно тебя понимаю. Тут, наверное, надо перевернуть будет ее. Сейчас посмотрим. Нет клеща, нету. Не трясись. Поняла уже, что взяли в оборот. Терпи, моя хорошая. Нет клеща, нет, воспаления нет. Клеща нету, воспаления нету. Ну да и слава Богу. Но обработаем. Так, глотай. Тебе надо. Больше поверни кверху, чтобы кверху прямо вот так был рот. Тогда, чтобы она все у нее. Вот так. Давай. Тебе это надо. Она грызет тут ничего. Ну, ничего страшного. Еще, конечно. Так. Какое у нас тут для лечения? Что тут написано? Вот от клеща. Видите, от клеща. Сейчас смотрю, который с антибиотиком, чтобы обработать. Так, это вот от клещей, вот они какие. В ушах-то у них, о. Ай-яй-яй. Сколько паразитов навел сердце. Как Господь дивно устроил. Ну все. Давай. На пана готове. Мы с тобой сейчас чуть-чуть обработаем ушко вокруг. Чуть-чуть. Сразу ухом прижимайте, чтобы она не разлеталась у нее. Володя, ухо у нее дырка-то получается, сделай, чтобы кверху была. Вовнутрь-то я закапывать, наверное, не буду. Вот так. А что ты делаешь, на всякий случай? Да, на всякий случай. Сразу ухо зажимай, чтобы она не вылетела. Когда обрабатываешь от клеща, нужно обрабатывать не только вовнутрь капать. Вот. Снаружи. А человеку так перекиси нельзя делать? Делали! Делали. Но это не перекись. Это другое. Это уже. Ну сколько раз говорил, главное. Ну, можно прижать ухо-то, чтобы не трясла тот. Ну все, не трясла. Четыре раза она вытряхивает из уха. Не вытряхнет. Это масляное. Все. Ну, когда уже вытряхнула, теперь что там? Теперь давай второе. Шоркать. Мы чуть-чуть. Ну сразу раз ухо прижала и держи, пока она не пройдет. Тихо. А теперь держим. Вот так. Держим. Вот. Да. О, видишь, она уже больше это не любит. Рана там есть. И жжет. А теперь терпи. С антибиотиком? Да, это с антибиотиком. Ох, и вонючий. Ага. Лекарства не часто вонючие. Ну что, моя радость? Еще вот. Кульчик. Давай теперь укольчик. А то, что в одно место ставим, ничего ей не будет. А мы сейчас перевернем, другое место поставим. Ножницы. Ножницы мне нужны. А, подрезать. Сейчас мы еще напоим ее. Давай, Венечка, напоим. Последний раз. Там уже Володя будет поить. Тебе это надо пить? Надо.
Злиться на меня. Злиться. Ну, злись на меня, а глотай. Усы я не вытерпели. Усы-то вчера выдрали, она теперь не будет нюхать. Мы за щечку. Это антенна у нее. Мы за щечку ее вот. Ага. Тихо. Шкурку там надо сказать. Да, у меня в перчатках не очень-то удобно, я вижу. Вот. А я боюсь, зубки-то остренькие. А соображать-то соображает. Ах ты маленькая. Хитрюга. Хитрюга. Ну-ка, рот открой. Вот так. Ах ты. Ах, хитрюга. Что, она выдувает? Ага, выплевывает. Все, все. Больше не будем заставлять. Все, держи. Так, теперь положи ее так, чтобы бачок. Другой бачок был. Тебе выбросить. Можешь? Сейчас попробую. Чтобы она лапку не освободила переднюю. Как только она освободит переднюю лапку, она поймет, что уже можно. Обороняться, да? Да. Вот этот вот укольчик. Дважды в день. Утром и в обед. Вечером нельзя. А что, там трудно найти? Где уже? Там же стригли уже. С другой стороны сейчас. С другой стороны, там уже у нее все наболело. Ну, немного такого стрижет, там чуть-чуть, чтобы... Ага. Тело не захвати. Очень тут легко шкуру захватить. Да. Что, ножницы? Не маленькие. Это обойные. Обои резали. Угу. Чуть-чуть еще. Неужелобное шикушение. Пушистая, чересчур, да? Да, она пушистая, ножницы слинсит. Значит, ты захватываешь прям далеко. Надо вот, в одном месте вот. до тела достришь и все. Ага. Ножницы шибко длинные. Вот и боишься лишний раз. Вот, все, хватит. Ну так. Возьми. Андреевна. Ты видишь, у меня в руке волос-то. Возьми, ведро брось там около печки. Так. Что, этим обязательно обрабатывать? На всякий пожарный, чтобы не занести инфекцию-то. Обязательно обрабатывать, сказали. Ну так обрабатывай. А вчера вы не дали мне обработать. Вот смотри, ввожу. Вот. Держи. Держи, сейчас она взметнется. Взметнется. Только это поддерживали еще. Чуть-чуть так. Раз, почувствовала, проколола. Дальше не лезь. Сейчас вот буду вводить, она дергается не когда вкалываешь, а когда вводишь. Все. Так, все? Все. Так, туда ее сейчас занеси. И расстели. Туда занеси. Туда. Все, освобождай. Все, освобождай ее. А? Все, освобождай. Подожди-ка. Сейчас я тут уберу вот это. Все, давай туда. Вот так вот, вот так вот. А вот куколка, обмотали палина. Все. Теперь сделаю ее там, там вытряхнет, можно сходить, там одна ведро вытряхнет. Ну, все знаешь, как делать-то. Вот когда, через сколько, запиши. Давай запишем. Сегодня только вечером делать? Теперь только вечером, да, сегодня. Ну, ладно. Так, еще свернуть надо, да? Ну, конечно. Как она была-то, я даже не знаю. Туда протяни дальше, чтобы угол-то хватало. Угу. Вот так, а тут загнешь. Все. Клади ее туда. Поле. Закрывай. Все. Смотри, как реагирует. Она посидит тут сколько, полчаса, я ее выпущу. Хорошо. Сидеть-то все время на ней трудно. Это все на этом. Как ее кормить? Она не ест ничего. Насильно ты кошку-то не накормишь. Ты же видишь, у нее такая зуба. Еще и глотка близко. Уговаривать. Пробовать разные. Я говорю, как ее накормить-то? Она ничего не ест. Она говорит, насильно не накормишь ее. Это кошка. Как-то уговаривать, говорит, ее надо. Молочко-то есть, нет. А шприцом молоко в рот можно ей? Да, можно, конечно. А его нет молока. Он ее же сильно спросить. Молоко, яйцо. Да, молоко будет. Не знаю. Татьяна. Ну все на этом, давайте. А то вас ждут дома. Спаси, Христос. Да.